Отчетливые песни. Привет, ребята. Мы уже в эфире? Да, уже в эфире. Здравствуйте. На весь мир в сети мы в эфире. И теперь расскажите немножко, представьтесь вообще-то. Как вас зовут? Вот у нас тут три гитариста и один бас-гитарист. Я не гитарист, я вокалист с гитарой. Было бы странно, если был наоборот. Меня зовут Генрих. Вот Генрих. Я вокалист с гитарой. Генрих, это который поет. Да. Вообще-то сейчас все нас видят, поэтому я уже привык, что у нас был раньше радиоэфир, поэтому надо было объяснять, что вот у нас тут гитаристы сидят в красной рубашке, это вот Генрих. А вы как старый футбольный комментатор, который привыкли по радио комментировать. Да, на телевидении все там. Причем я с напарником, который, да, обычно тут вот начинает в индейской форме сидит. Ну, давайте, представляйтесь сами. Наверное, нужны микрофоны для этого. Да, там все слышно будет. Дай микрофон тебе даже. Я тоже являюсь членом этой команды. Я гитарист. Несколько готичного вида. Особенно шапка готичная. Готы из Перу. Готично. Меня зовут Василий. Я вот мечтаю о том, чтобы мне вот монитор вот эту гитару подняли, если честно, а вот эту немножко опустили. Извините, что я прям в эфире. Ну, по делу. Да, как-то все о работе, о работе. Да, вот молодой человек на нейлоновой гитаре еще представится. Сергей Ванилович Перец. Очень приятно.
Сделай гитарку. Сэм. Не могу, это все эфир. Как так идет в эфир? Ну, чудеса, что и вокал, да, чудеса, тоже чудеса, понять нельзя. Чудеса, и вокал чудеса. Тоже в эфир. Он будет очень хорошо поет. Не специфика, да, куда. Ничего не слышишь. Отчетливая песня. Мы что слышим? И слушатель слышит. Главное, чтобы слушатель был хорошо. Главное, чтобы да, зрители и слушатели были хорошо. Мы свои песни знаем и так. Еще песня будет. Поехали. Петь нам проще, чем разговаривать. Следующая песня. Мы первую песню объявили, она называлась «Царапина». А следующая песня называется «Жизл». Я не знаю, куда смотреть даже. Куда надо смотреть? Не надо смотреть, играй. Микрофон смотри. Я начну за вопрос. Согласие заработал. Ну, поехали. Раз, два, три, четыре. Сплошные помехи, а мы только выпили пиво. Люди в кафе, машины, огни, самолеты. Я лучше тебе покажу, что такое работа. Что такое работа? Села в книжный, а я за дискотеку. Но надо просто выждать, и оба будем в стельку. Как родные братья, оба будем в доску. А если сил не хватит, то как родные сестры. Я купил их где-то, а после потерял брюк. Вместе с ними зонтик, за неделю третий. А если ты не против, можно спать поедем. И так каждый раз один и тот же сценарий. Ты слишком пьяная, и я, как всегда, не удаю. Камера, свет, мотор, субтитры на русском. Я, может, тебе покажу, что такое искусство. Что такое искусство? А вы существуете как вот в таком варианте, или у вас электричество совсем другое? У нас еще есть барабанщик. Я понимаю, а в каком стиле? Андрей Петренко! Андрей Петренко, привет, Андрей Петренко от всех. А в электрическом варианте в каком стиле вы играете? Это нечто тяжелое, нечто там ска какое-нибудь? Ну, это нечто грязное. Мы играем нео-гараж. Нео-гараж. Да. Душевный нео-гараж. Альбомчики какие-нибудь? А все об этом спрашивают. Мы копим деньги. Копим деньги. Да. Понятно. И как накопим, осчастливим сразу всех.
Ну, кто захочет. Ну, по крайней мере, акустическая версия у вас будет уже, я так понимаю. Да, теперь вот. Теперь уже. Мы не зря ходим по людям. Что-то все время обламывается. А вот ну, песня там «Любовь, любовь, морковь, сигареты, алкоголь» русский. А название с чем связано? «Карманджонки». Какая любовь? Ну, вот, ну там, песни. Ну, тексты песни. Ну, вы же поете русские песни вроде как, да? Нормальные. То есть. Да. С чем, да. Нет, да просто масло, масляные песни, нормальные русские, как бы, название нормальное русское, так неинтересно. Очень хорошие, отчетливые слова. Вот у вас большой русский сидит. Друг. Не, он-то все знает. Интернационал. Он-то все знает. Очень отчетливые слова, хорошо учить русский язык. Но пасаран. Почему африканские корни у вас? У нас в названии африканские корни. Почему? Ну, как это произошло? Мы за интернационал. А как к гастарбайтерам относитесь? Прекрасно. Отлично. Сочувствуем. Слово плохое гастарбайтерам. Песенку. Вы гости столицы, хорошее слово. Песенку на эту песню, на эту тему какие-нибудь есть какие-то? Похоже. Вообще-то... Да, есть песня, да. Почему-то музыканты считают, что это песня про гастарбайтера. Очень такого, поднявшегося. Ну давайте, давайте. Это довольно неожиданно. Чайка Бонни улетает, хочет рыбу укусить. Я по берегу гуляю, элегантен и красив. У меня пистоль в жилете, а в кармане барыши. Я живу на этом свете, как на празднике души. Вэн-да-ду-ду, вэн-да-ду-ду. От моей мужской улыбки замирает постовой. Даже золотые рыбки стайкой плавают за мной. А дальше текст был другой, я забыл его. Но что-то было очень хорошее про гастарбайтеров. Down, странный танец, жизнь похожа на кам-кам. Наглый, как американец, и коварный, как цыган. Не та-там, та-та-та-та-там, не таскай меня за хвост. Я бываю очень милый, как подвыпивший матрос. Лэн-да-на-ду, лэн-да-на-да, лэн-ба-на-да-да-да-да-да-да. Так что типа не пугайся, все равно не убежишь. Лучше наслаждайся танцем, жизнь похожа на гашиш. Изумруды в шоколаде и павлины на обед. Мы с тобой поладим и оставим жизни свет. Вэн-да-дэн-ду, вэн-да-дэн-да, вэн-да-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Round down 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 round do round down 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 down. Мы,
гастарджаз такой сейчас прозвучал. Да. В настоящем джазе слова берутся просто из потолка, из воздуха. А какие группы влияют вообще? Ну, отечественные, интересно. Отечественные, да. Алиса. Например. Аквариум. Конечно. Мичаев Олег. Они все вызывают у нас такое бешенство, что просто Алиса и Аквариум, и Митяев. Братья, да. Раченко. Братья Раченко какие-то, я даже не русский какие-то. Шансон, шансон русский. Это больше всех влияет. Больше влияет только Борис Моисеев и группа Зверей. Вот эти вот, что влияет, так влияет. Понятно. Так сейчас приедут. Ждемся. В клуб Лубешниках играете? Конечно, как же. Ну, когда? Очень ближайшие. 15 марта в клубе Вермель играем. Приходите все, ох, мы там играем. Играем как раз. Что-то играем, или акустику, или электричество. А в Ар-клубе? А в Ар-клубе играем электричество. Ну, в Ар-клубе только электричество играет, там акустика, наверное. Это как сказать. Вот в Вермире, наверное, акустика получше будет. Ну, это да, но на любителя. Женщины просят поздравить их. Ты на сайте обещал 8 марта. Всех женщин с 8 марта. Рвемся на феминизм. Получайте этот котел, что от жизни можно получить, а потом занимайтесь феминизмом. У вас был об этом мы песня. Мы любим женщин. Песня об этом был. Песня, да? Она уже... У нас есть песни про женщин. Сейчас еще песню про женщин. Женщины, про феминизм, Нет, черт. Песня не про женщин сейчас будет. Сейчас будет песня, когда мужчина, раздав женщинам подарки, я обнищав и оголодав, начинает дружить как-то странно. Черт, а с кем дружишь? С мужчиной дружишь? Да, мужская дружба, она... В последнее время вот опасные темы наконец-то пошли. Да, да. Задавай себе опасные вопросы, сейчас будут опасные песни. Всем сдал. Правда. Ты! Раз, два, три, ходил кормить тебя с утра. Я носил вино и книги, раздувал огонь. А ты все плел свои интриги, ты клевал мою ладонь. Закатилось наше солнце и упало в океан. Мы с тобою расстаемся, не зализывая рану. Последний крик моей души. Ну что ж, давай, давай, ломай, давай, кучи. Хотел всего и сразу, растопырив пальцы. А я любил твои проказы и дарил своих подруг. Закатилось наше солнце и упало в океан. Мы с тобою расстаемся, это счастье не обмануты. Всего лишь мой последний вздох, глубокий ров. И я потом, и ты потом, и я 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 потом, и ты потом.
вас все такие длинные песни или есть какие-то вообще короткие? Как вообще у вас эксперимент? Андрей не любит длинные песни. Я нет, я просто их редко слышу. Ночно укорачиваем песни. Романсы? Нет, я просто, ну, большинство всегда слышу короткие очень песни. Но это максимум там 2,5 минуты. Сначала сочиняем песню, а потом смотрим на хронометр. Видимо, многие пытаются попасть в формат радио. Не больше 3-4. Ну, наверное, да. Но у вас прям такие прям истории такие целые идут. Да. Фильмы снимают такие. Это же русский шансон. Они должны быть длинные. Это настоящий русский шансон. Заунывные песни. С африканскими корнями. Пьяный исполнитель должен быть еще. Как у вас с городишками, с городами? Вообще вас зовут куда-нибудь? Вы как просто... У нас даже песня «Город» есть, например. А города, да, зовут нас Воронеж. Воронеж зовут. Все зовут и зовут нас Воронеж. Но не ездили пока. Ездили? Ездили. Ну и как там? Здорово. По публике, я имею в виду. Не про пиво, Не, не про пиво, просто здорово. Публика здоровская. Тут хорошая. Да, очень хорошая. Энтузиасты. Да. Вы там одни сольно выступали или на все? Нет, мы выступали на Дне города. О, как. А это Open Air был? Да, это был Open Air. Очень хороший звук был. Ну, понимаю. И вообще публика была чумовая. В клубе выступать пока не удалось. Люди из интернета просят не волноваться. И спрашивают, какой любимая книга? Вау. Иосиф и его братья. Это кто написал? Не помню. Иосиф. А у гитариста? А он помнит, кто написал, но... А это я «Каштанку» читал. Один читал «Каштанку». Мы тоже любим «Каштанку» в Африке. Спасибо. И кушать? Каштан такой фрукт. Это, по-моему, овощ. Картошка. Передайте зрителям, что... И слушателям, что мы волнуемся, потому что они не разрешили выпить перед концертом. А мы обычно пьяные выступаем. Ой. Открыли глаза, и реальность нас просто удивила. Да ладно, давай уже про Воронеж песню следующую. Хорошо. Песня как бы о Воронеж. Как бы про Воронеж, да. На самом деле просто про абстрактный город. Пусть это будет город Воронеж. Повисли капли в воздухе гудя, и как огонь пылают. Острые ульи на топу, кружатся хороводы, один аккорд, я остановиться не могу, какие наши годы, случалось разное, и есть о чем забыть, но унывать не стоит. Погода ясная, кого бы полюбить, весна и все такое. Огромный малахитовый цветок, расколотый на части вагон метро, все время уезжает на восток. Такое мое счастье. Случалось разное, и есть о чем забыть, но унывать не стоит.
бы ясно, кого бы полюбить, и знай все такое. И есть о чем забыть, но унывать не стоит. Погода ясна, кого бы полюбить, и знай все такое. Ла-дан-да-дан-да-да-да, ла-дан-да-дан-да-дан-да-дан-да-да-да. Как вы друг друга нашли вообще? Вы живете в одном районе, в разных каких-то. Давно существуете вообще? Кто из Африки? Кто из Африки, да. Кто бывал? Пусть буду я. Хорошо. Хорошо. Когда группа образовалась вообще? И как нашли друг друга? Группа образовалась 5 лет назад. Мы ходили друг другу случайно, по знакомым. Ага. Вы живете в одном районе все? Или... Все совершенно в разных районах. Это чудо просто какое-то. Да, как да, не слыхано вообще. До сих пор просто это не укладывается в нашей голове. Как мы все ребята нашли? Из России? Кроме меня, потому что я из Африки, как оказалось. Пришлось на себя взять. Да. Как-то оправдать название. Вы гастарбайтер? Получается, что-то работает без разрешения. Гастарбайтер с пропиской, скажем так. У вас очень хорошие песни. И все будут писать под них. Лиричные песни тоже хорошие. Андрей. Проси их, как они появляются, реличная песня. Любовь или... Куда уж реличнее-то уже. Дружба. Совместные... Ну я переведу, он спрашивает, есть ли песни такие, очень такие вот, ну, где там меньше всякого такого драйва, чтобы больше переборчиков каких-то такой, все, чтобы такой был плавный. То есть, как, больше лирики какой-то там. Ну, типа, как Металлика, Nothing Matters, там, вот такой, только по-русски. Хорошо, есть. А вы находитесь, мы находимся в Outgar Studio вместе с вами. Да. Я так просто... Да, все еще группа Кармаджонги, ура! Сейчас будет Nothing Matters на русском языке, да. От Кармаджонги. Да, как оказалось, то переводится «Потанцуй со мной». Кто бы знал? Потанцуй со мной, этот вечер мой, потанцуй. Потанцуй со мной, потанцуй со мной, этот вечер мой, потанцуй. Этот танец совсем не сложный, прижимайся ко мне. Осторожно, ты почувствуешь все, даже запах ресниц. До рассвета будет голова кружиться. Этот мальчик твой слишком сонный, вероятно, ему
Завтра будет больно, он заплачет, она будет хорошо. Этот танец так далеко зашел. Потанцуй со мной, потанцуй со мной, потанцуй со мной, потанцуй. За спиной шуршит хвост павлиния, это брачный наряд. Желто-синий молодые звезды, города бомбят. Твое имя и номер на руке горят. Этот новый день ничего не изменит. Мы в который раз на метро не успеем, нам домой нельзя. В таком состоянии у меня нет сил. А если есть желание, потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Этот вечер мой. Потанцуй. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Потанцуй. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Потанцуй. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Баллада «Потанцуй со мной» от Карамаджонги. А есть ли у вас какие-то группы, с которыми чаще всего вы вместе выступаете? Ну, какие-то такие дружественные на фестивале? Да. Как раз вот у нас есть дружественная группа «Малага», дружественная группа «Саша Заяц, дорогой друг», и дружественная группа «Метод нарезки». И поэтому все приходите в Ир-клуб 22 марта. 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 Во сколько? Как раз 8 часов, как раз там встретятся все наши дружественные группы, и мы в том числе. То есть можно где-то флэера там найти в каких-то местах? Или так просто можно прийти? Флэера, видимо, будут лежать прямо в Ир-клубе. В Ир-клубе. Вот есть не возможность. Есть а много вы зарабатываете своей музыкой? Это вообще вы только налоговой инспекции. Вы только музыкой занимаетесь или где-то еще работаете, учитесь? Как вообще? Кем будете? Да. Мы все курьеры. Мы стали. Хорошо. В последнее время мы поняли, что мы группа курьеров. То есть вы работаете? Нас мафия. Да, нет, мы на общественных началах просто. Вы сами разносите свой диск слушателям. В этом и есть наша работа курьерская. Оставьте хорошо. Да? Вручаешь пакет где-то, раз диск Рамаджонга, Малага и Брубитару. Да, только вы говорили, что у вас нет ни альбомов, ни одного дема. Вот мы раскололись. Какой-то у вас есть подпольный какой-то диск. А у нас такие с репетицией записи. Ну, есть в интернете лежат или нет? Лежат в интернете. Ну, да. Давай адрес говори еще. Karamadzhongi.ru www.karamadzhongi.ru. Я знаю уже. И там электрический. Оп, Шамантон. Телепат. Был. Спасибо. Еще песни? Еще песни? Есть песни. О чем? Расскажите только. Некоторые слов непонятны. Следующая песня эмоционального характера. Она о дяде просто. О неком большом дяде так. Таком дяде. Я буду пытаться четче, слова были понятны. Да нет, нормально поешь, просто у нас африканский друг. Не просто, чтобы учить язык потом. А, я потом переведу. Хорошо, я буду четче. И без мата. Раз, два, три, четыре. Bye.
намотали бинтами, залепили рот, далеко не отпускали, а теперь наоборот. Ближе к маю праздники, на площади салют, флаги ярко-красные покою не дают. И если я и пропустил чей-то день рождения, можно просто подойти, попросить прощения. Счастье запоздалое, золотой песок, бедрами дырявыми удержать не смог. Открыла последняя, улетела далеко, только небо бледное, ни вода, ни молоко. Снова дядя опоздал на раздачу пряников, а подвижется толпа дорогих племянников. Относительно короткая сейчас композиция прозвучала на самом деле. Вот мы старались. А как вы вообще к политике какой-нибудь там относитесь? Ну, там, значит, какой-нибудь политике. Ну, какой-нибудь вообще. К политике в Швейцарии мы относимся без всякого интереса. Понятно. Ну, и слава. А политику в России мы не будем обсуждать. Что? Ну, то есть вы к ней как-то, ну, то есть... А куда? Отслеживаете? А куда? Нет, ну не отслеживаем. Нет, ну просто есть музыканты там, ну, большинство, которые мы там аполитичные. Там, как бы, по барабану все. Есть там, которые там какие-то, ну... Не понимаю, ну правые, левые там и так далее. Там. Большевики есть там. Мы не большевики. Да, ну, хорошо. То есть наличие красных маек со звездами ни о чем не говорит. Просто тоже. Нет, почему? Да. Не всем же быть большевиками. Есть еще меньшевики. А, окей. Это просто есть же меньшевик. Меньшевик. Ну, я понял. Готический меньшевик. Дружба готических меньшевиков и готических негров. Как это хорошо. Ого. Ну, негр-то я. Ну, негр у нас есть. Войко Митич. Когда поедете в Африку? Войко Митич югослав, между прочим. Ну, нет, они не верят, что... Я вообще думал, что он поляк, нет? Да. ГДР. Самый известный ГДРовский индейец, это мы знаем, да. Дефо. Депак. Когда в Африку поедем? Когда поедете в Африку? Копим на билеты. То есть на билеты? Сначала на альбом, а потом на билеты. Можно на танкере попасть бесплатно? На танкере? Ну, грузчик. На танкере. Курьер, да, как в фильме «Джентльмен удачи», просто плавая в нефти. Нас как селедку туда сваливать, я сверху. Селедку в нефти? Это... Мы уже не слышали ничего. Так вот почему испортился. Вот кто там? Не, мы тут хотели снег поджигать, ну, хотели спирт брызгать на снег. Зачем? Кто говорит? Зачем? Кто хотел? Ну, хотели снежную бабу поджечь. Снежную бабу, ну... Что, прямо здесь? Нет, вообще, ну, во дворе. А? Ну, снежную бабу расплавилась от спирта, поэтому не получилось. Ну, какой-нибудь есть у вас рецепт вообще? Поджечь снежную бабу? Как поджечь снежную бабу, да. Вот. Темпераментом. Нет, она горит. Она загорится сама тогда. Не, ну темпераметром можно дырочку не нагореть. А темпераметром избавить, измерить, вернее, насколько она вообще. Ее можно в хлам превратить. Все заговариваемся уже, да. Что-то такая тема бабы, даже снежная, это просто... давайте песню без мата, тампон без мата. Наша телекоммуникационная компания Интертелеком поздравляет вас новогодним женским днем. Студия «Угар». Для вас, женщины, снежные бабы, с
Песня «Нимфомания». Без мата. Три, четыре. Так, еще разок, еще разок, еще разок. Как мы вот все еще просто разок. Сразу все разладилось. Одно воспоминание о женщинах. Раз, два, три, четыре. Включи радио, потуши свет. Чем тебя порадовать, настроения нет. Не гулял с собакой, проворонил суп. За окном лягушки квакают, вот и весь досуг. Чао! Ходила в театр, принесла тюльпан. Там какой-то с бандом очень приставал. Да что о нем рассказывать? Застели постель. Все твои фантазии сбудутся тебе. Я буду спорить до изнеможения, чувства обладания, ночи предвкушения. Я буду спорить до изнеможения, чувства обладания, ночи предвкушения. Странные картины. У тебя какая-то модная доктрина. Несколько любовников и надежный муж. Восемь треугольников, восемь спелых груш. Ненадежный путь. Я уехал к маме, а ты меня забудь. Даже на работу часто не звоню. Встретимся в субботу около восьми. Я буду спорить до изнеможения, чувства обладания, слаще предвкушения. Я буду спорить до изнеможения, чувства обладания, слаще предвкушения. Это нормально, нормально. Похоже на мюзикл прям какой-то. Каждая песня — это мюзикл, на самом деле. Очень много лаете в песне. Почему вы лаете? Ну, есть Кэтс, это докс такой. А кто здесь любит каштанку родился, вообще? Да. Только что! Я читал, вы гляните, сказал, что любит каштанок! Я набрал. Слушайте, а у вас есть там образование какое-то музыкальное? Или все, все прям с космоса все запоминаете? Все из космоса. Очень хочется задать такой вопрос. Это посвящено жертву высшего музыкального образования. Ну, похоже, кстати, очень, прям, так, очень тепло и необычно, и мощно, даже без барабанов. Барабан тут не нужен. Какие вы учились, группа YouTube? А как же, да? Инг? Да. Еще какие? Виртуозы Москвы тоже. А зарубежные? Африка? Как Дрэги? Александрика? Связан сразу. Вспомни. Ну, африканскую музыку какую-нибудь.
Илья Майску, например. YouTube. Ну, конечно, сейчас вот мы и Майску скажем, что Боб Марли. Все подумают, вот лохи. Какие лохи? Не скажем. Не, ну есть же, ну почему, уже давно все не лохи, уже и же есть какие-то. Все любят Боба Марли, это уже классик. Да, мы любим живого классика Боба Марли очень. А есть в стиле регги что-нибудь? В стиле регги... Так мне говорят, что у вас все песни в стиле регги. Нет, зачем, я такое скажу. Потом порвут же добрые ребята. Добрые Растаманы. На части, да, бибоев позовут просто. И, то есть, вместо доски спустят с горы на нас. Будут правы. Но здесь песня такая, как она, не то чтобы она регги, но она такая какая-то... Ну, по духу. Да и по духу она, конечно, не регги. Хороший мальчик просто так вот. Она такая просто. Ну, то есть про регги. Да и не про регги никакое. Ну, про Ямайку. Не знаю почему. Регги-про. По ощущениям. На самом деле, когда меня печатают за залом на концерте, нам там, спойте душевную песню, вот тоже ее пою. Универсальная песня на все случаи жизни. Танцевать можно. Она жалостливая просто, как здесь песня, там, у кошки четыре ноги. На что угодно можно спеть. Да. Вот такой. Это шансон тоже. Это такой шансон тоже. Такой ямайский шансон. Деддомовский тогда, наверное, шансон. Абсолютно. Вот это вот просто в точку. Посвящается всем дедам Ямайки. Раз, два, три, четыре. И стены вот-вот упадут, вино и таблетки, но я все равно не усну. Московское время, в часе как минимум 100 минут, мне говорят, что я нервный. Все время куда-то бегу, 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 куда-то бегу. Проклятое солнце, оно распаляет мой стыд. Все время кто-то смеется, все время кто-то на трубку молчит. Я запер все двери, мусор давно вынимает сосед, его хромая походка достала меня 1000 лет. Покрепче. Я так одинок практически каждый вечер. Если ты будешь рядом, я не заплачу. Я почти все нормален. Я очень хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший, хороший. В самый длинный день года всему наступает предел. Я шатаюсь по городу, и я потерял свои тени. Я слабый и добрый, доверчивый во всем. Я больше не буду, я больше не буду. Я больше не буду. Обними меня покрепче. Я так одинок практически каждый вечер. Если ты будешь рядом, я не заплачу. Я почти что нормален. Я очень хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик, хороший мальчик, хороший мальчик, хороший мальчик, хороший, хороший.
спасибо. Парни, а чем вы стимулируете свое музыкальное сознание, помимо алкоголя? Там, как-то это происходит? Мы алкоголь не стимулируем. Мы им расслабляем сознание. Зачем так спрашивать? Ну как пишется музыка вообще? То есть, как-то это все совместно происходит? Как-то сама. Сама. Все из космоса, все из космоса. Тут спрашивают, кто пишет песня? Спрашивают. Кто пишет музыку, кто пишет текст? Ну, тексты пишу я в основном и иногда басист. А музыку мы делаем всю вместе. То есть вы приходите, садитесь на кухне, расслабляете мозг и вперед. А потом идем в другую комнату, и там все получается. И просят почаще петь басиста. Петь. Почаще петь. Он лает, а чтоб пел. Чтоб пел. Чтоб не только лаял. Надо учиться, лаять я научился уже. Сейчас, как мы... И да. Сейчас у нас время кончается. Спасибо всем, кто слушал. Еще как? Большая и маленькая песня. Одна песня. Ух, Слезин. Федорино горе. Спасибо. Сегодня первый раз видео у нас было. На сегодня дебют видео передачи. Видео. Спасибо. Да. Эфир, у нас дебют, мы вот так вот на телевидении. Не каждый. Да даже на интернет-телевидении-то. Не вот. Каждый мог видеть, только мало видел, но потому что в следующий раз будет больше. У нас тайный спонсор африканский появился. Поэтому... Даже понимая Гойко Митич через раз, мы все равно с ним согласны, потому что человек хороший. Тайный африканский спонсор телекоммуникационной компании Intel.com. Вот, ну, спасибо вот ей большое. Все, пошли. Давайте. Федорино горе. Федорино горе. Да, рекламодатель вас убьют. Раз, два, три, четыре. Тули, 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 тули. Снова я как будто пролетел, все не так, как я хотел, и остался не у дел. Как мне судьбу свою понять, перестать ее пинать, перестать ее манать? Чтобы мне такого совершить, чтобы Бога рассмешить, чтобы стало легче жить. Чтобы стал он чуточку добрее, а я чуточку бодрей, и все делалось быстрее. Тули-тули, тули-тули, тули-тули. Тули-тули, тули-тули, тули-тули. Вот бы мне состариться скорее, не бросаться на людей из-за призрачных идей. Прорыв буду латить голышом, потому что я лишён детских комплексов лишён. Можно слёжки в сердце матичать, только лаять и мычать, и вообще в леса умчать. Будем вместе с хищниками жить, будем всеми ими дружить, вместе зайцев потрошить. Мне бы пора бы хоть что-то понять бы, чтобы все раны зажили до свадьбы и хотя бы кого-то обнять бы, чтобы вообще-то была эта свадьба. Тули-тули, 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 тули-тули. Девочки, снегурочки, веселые, ласковые дурочки поют и тянут ручки. Ходят, улыбаются, а я не могу дать и рубля, промотал вчера получку. Чтобы им такого подарить, ну не то, чтоб покорить, а хотя бы подразнить. Чтобы им такого показать, чтоб не сказки рассказать, чтобы дальше вместе жить. Тули-тули, тули-тули. Тули-тули, 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 тули-тули. Листьями помашет календарь, на дворе уже январь, вот опять уже январь. Время, как деньги и вода, утекает навсегда, ниоткуда в никуда. Я, как в пустыне бедуин, на песке сижу один среди сказочных картин. Разве я этого хотел, но я снова пролетел, так красиво пролетел.
мне бы пора бы хоть что-то понять бы, чтобы все раны зажили до свадьбы, или хотя бы кого-то обнять бы, чтобы вообще-то была эта свадьба. Тули-тули, 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 тули-тули. Спасибо. Последнее слово нашему африканскому другу ведущему. Молодцы. Сейчас он споет джингл, джингл. Молодцы. Что не сказать молодцом? Все выучат русский язык, будут петь без мата, как Карамон Дзонг и Малага и рок-кор. Спасибо. Напоминаю, что у нас была группа Карамон Дзонги. Спасибо вам, парни. Вам спасибо. Соответственно, вся информация на www.karamadzhongi.ru. Да. А мы с вами прощаемся до следующего эфира. До свидания. До свидания.